Сегодня я покажу вам очень жесткий и клевый баг на сервере Dangerous, именно на Surplus RPG Green. Именно на таком, где смешано ВКС и серф в одно, и Surplus RPG в одном моде и на одном сервере. Баг заключается в бесконечной прокачке одной расы, в том, что, видите, у меня раса 39 уровня, но зато все почти навыки прокачаны на максимум. Этот баг делается очень просто. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Первое, что вам нужно, это сделать хоть бы один килл, получить минимум один уровень. Смотрите, что делаем. Сейчас того пацана найдем, который с нами тут. Его нужно вон там. Его нужно убить. И получить с него один левел. Потому как у меня он уже есть, я буду делать все, как вы должны это сделать. Смотрите. Раз дали. Так, раз попали. И два. Все, мы, допустим, получили левел. Что нам нужно дальше сделать? Написать RPG, сбросить навыки раз и посмотреть. Смотрите, у меня 336 навыков. У вас будет 2. Сбрасывайте еще раз. 362. Это магия, видите? У вас в жухе 362. Был у вас на 20 с чем-то навыков стало больше. Сбрасываем еще раз. 388. Мы просто занимаемся сбрасыванием навыков. Самое главное это делать беспалевно и не при админах, потому что админы могут вас обнулить, забанить и все, вас обнулят и забанят, и вы не сможете играть на этом сервере. Получается, просто сбрасываем навыки, и это работает на каждой расе. Видим 570 очков. И то, что мы, допустим, сделаем благодаря донату, потому что на этом сервере очень странный донат, как мы можем увидеть. Так, меня сейчас убьют, потому что я без прокачки. Да. Смотрите, как мы видим, ЛК, понимаете, один уровень... Ой, не туда нажал. Один уровень стоит 5 рублей, а мы делаем примерно... мы делаем 22 раз больше. Только самое главное, что в чате писала навыки успешно сброшены. Потому что если их не сбрасывают, значит у вас они, уровень не будет дюпаться. Итак, что мы получаем? У нас 500 с чем-то навыков. Видите, пишет зелененьким. Навыки успешно сброшены. Значит все хорошо. Смотрите. 588 очков. Это очень много. И теперь мы просто берем и прокачиваем расу. Все это убьем. Даже без прокачки вообще на изах. Так, смотрите, берем и прокачиваемся просто. Но я это за один раунд, естественно, не успею. Теперь за это. Сейчас полностью прокачаемся. Я вам покажу, что это работает. И я даже сюда ни рубля не задонатил. Смотрите. Вот так, хоп-хоп. Сейчас упадем в джейл. Надо засесть в какой-то нычке, чтобы он нас не нашел. Допустим, в вепоне. Все, давайте прокачаемся. Мы можем просто все здесь прокачать на максимум, потому что у нас уровней очень много. Смотрите. Просто вот так вот. Жалко, что нету автопрокачки, но зато можно просто вот так вот брать и прокачиваться. Просто кликать, кликать, кликать. И смотрите, сколько тут навыков, да? 20 навыков по 20, примерно так. Это 400 уровней вам надо. 400 уровней без доната нафармить почти нереально, потому что это нужно очень долго сидеть здесь, но именно на сервере и хорошо играть. Но что мы получаем? Смотрите, что. Так, антиотдачу я не качаю, потому что это очень плохая прокачка. Так, все, у нас полностью максимальная раз, как мы видим. Ну, почти только ультимейт. Так, гравитацию вкачну, она важна здесь. Это чтобы из джайла выбирать. Все, мы почти полностью вкачались, и у нас еще 255 навыков. Сейчас у меня не полная прокачка, вот мы убиваем. И смотрите просто, что мы будем в следующем раунде творить. Просто. Смотрите. Вот, у нас 40-й левел и полная прокачка. Смотрите, мы прыгаем очень далеко и очень высоко. И спокойно полностью здесь серфим, играем, попадаем и можем чего угодно прокачать. Сейчас я вам покажу, как это сделать на другой расе, потому что здесь их изначально 2 доступно. И еще изначально здесь есть в банке левелов. Сейчас этого надо челика убить. Так.
У нас здесь есть, нажимаем на 8, личный кабинет, банк уровней, у нас есть 80 левелов. Эти 80 левелов надо нам потратить, чтобы получить следующую расу. А чтобы ее получить, нам нужно нафармить на этих двух расах, что у нас есть, по 60 левелов, и что в сумме дадут 120. Смотрите, я сейчас напишу ВКС ранг. Смотрите, у меня 58 всего лишь левелов, а надо в два раза больше, чтобы получить 120 и, короче, получить следующую расу. Тут раса каждые 200 левелов. Вот, немезида будет с 200 левела. Значит, нам нужно нафармить левела, но благодаря багу это делать просто легко. Но когда админ заходит, просто сбрасывайте все навыки и прокачивайтесь на левел. Вот если у вас 50 левел, прокачивайте 50 навыков и все. Просто смотрите, мы спокойно прокачались. Вот, допустим, Марио, да, мы туда долетаем с одного прыжка. Вот, все, изи. Как бы вообще запросто. Чел где-то засел. Понимаете, вообще такой жесткий баг, я не знаю. Я его чисто случайно нашел, и он работает 100%. Давайте поменяем расу, он мне чуть подлагало. Смотрите, на Титане у меня тоже вся прокачка, как мы видим, таким же багом. Это пасхалка, или как это назвать, может, это разрабы не доглядели, потому что они просто так взяли, подумали, ну ладно, создадим сервер, создадим. Создали, и столько багов. У меня 19 левел Титана, всего лишь 19, то есть 20 прокачек или 19. А уже фулл прокачка. И почему я говорю, сейчас надо раз поменять. Смотрите, почему я говорю убирать навыки, потому что, смотрите, админ подумает, почему так хорошо играете, у вас такие хорошие навыки, но у вас всего лишь, допустим, 20 левел. Он чекнет данные игроков, вас нажмет и нажмет навыки, и увидит, что у вас все на 20. И это будет подозрительно, он просто расскажет другим админам, и вас обнулят. Поэтому или просто не играйте, когда админы, или делайте все осторожно и сбрасывайте левела. И не палитесь перед игроками, которые много говорят и дружат с админами, потому что они могут на вас сказать, что вы там, допустим, что-то сделали, надюпали левела, что да, это было, скринов наделать и все. И вы просто можете улететь в бан. Со мной было примерно такое же, сейчас подлагнуло. Со мной было примерно такое же, меня тоже обнулили, но после того, как меня обнулили, мне все равно все выдали и баг не пофиксили. Поэтому такой четкий баг. Заходи на сервер, ссылка будет в описании. Это не реклама сервера, потому что рекламировать сервер и говорить его баг прямо жесткий, это нет смысла. Как мы видим, я один. Вы можете позвать друзей там своих и поиграть один на один на фулл прокачки или пофармиться, потому что здесь просто берете, пишите номинейт, выбираете вот эту карту, пишите РТВ и все. Выбираете ее, пишите РТВ, и все. И вы идете на другую карту. И вы можете почувствовать себя админом, так сказать, когда 0 в каждой расе 20 навыков. И это на каждой расе работает. Поэтому смотрите просто, что вы делаете. Вот, допустим, вы зашли в час ночи. Вот у вас есть плент. Просто идете, распрыгиваетесь и идете плентить. Смотрите, все, заплентили. Не здесь заплентили, потому что здесь байзона, здесь нельзя плентить. Смотрите, прилетаем вот сюда. И плентим. Все, ждете и прокачиваете себе. А хотя тут, кстати, настолько плохой сервер, именно по багам, что тут просто отключаются телепорты. Или же это так надо, это такой прикол. Типа, чтобы вам было сложнее играть, когда телепорты, когда бомба поставлена, телепорты отключаются все. Может, это такой прикол. И здесь можно спокойно вот так с другом пропать себе левел и быть самым крутым на сервере. Потому что здесь ВКС топ, сервер почти только начался. Смотрите, здесь у максимального чела 369 левел. У меня сейчас меньше левел, потому что ну, меня здесь нет. Смотрите в чат. Вы получили дополнительный опыт, и я фармлюсь.
Ну, так спокойно это делать. Заходите на сервер, играйте, врывайтесь в топ, можете там поставить себе ник, типа ГД, поставить себе там в скобочках по приколу, типа вы от меня и все. По приколу клан такой мини. Можете не заходить, просто чтобы знали баг такой. И можете, если по типу таких серверов знаете, заходите и играйте. Вот такой вот сервер классный вообще, с багами. Топ-сервер вообще, заходите, не играйте, багаюсьте и будьте самыми крутыми и убивайте донаторов, которых здесь много. Просто посмотрите. Топ-донатеров первую, и это просто люди, которые жестко прям задонатили. И им нечего делать, понимаете? Они донатят, думают, что самые крутые, но нет. Вы здесь самые четкие, поэтому донатьте. Блин, заговорился. Не донатьте, просто берите, пользуйтесь багом и все. Думаю, я вам помог. Такой прикольный ролик получился про баг. Здесь можете и креды, и эти фармить, и левелы этот. Смотрите, все, я левел апнул. Вот так и здесь апаться. Думаю, я вам помог. Заходите, играйте. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще больше роликов. Примерно такие. Буду искать баги, если получится. И снимать для вас ролики. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.